Вот, ребята, добрался до уланки. Смотрите, какая насосная, ну, глубоко. Я думаю, тут карасик с азанчиком должен тусоваться. Давайте сейчас дальше саму речку глянем. Да, херово, если запретка-то будет, блин. Так-то сюда и сорожка, и лещ должна быть. Идти тут дам-то нету. То есть прямое с Иртышом сообщение. Какие камушки, это, наверное, от наводнения. А вот давайте как раз тут прогуляемся сейчас. Офигеть. Ну, кто-то шарился уже. Следы есть. Тоже ходил смотреть. Нифига тут. Ну, это, видать, как дамба специально, чтобы глубоко было для насоски. О, вот ручеек. Ну, ничего, уланка прет. Серьезная река. О, смотрите, какой заливчик. А вот здесь, наверное, сорожняк с щипачком-то будет. Да и карасик по-любому есть. Сейчас. Блин, кто-то звонит.